Доброе утро, мои хорошие! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Как ваше настроение? Пусть утро будет добрым, настроение отличным, а новости только хорошие. Итак, сегодня у нас на дворе 18 февраля, воскресенье. Сижу, попиваю кофе с вами. Я дико-дико извиняюсь, что не выходила в эфир. В эфир я выхожу каждый день. Но монтирую с опозданием. Вчера монтировала, и глаза слипаются. А когда глаза слипаются, знаете, вот было у меня такое, когда я работала сутками, и сидишь, пишешь, и засыпаешь, а потом смотришь на свои каракули. Действительно, вот как курица лапой пишет, вот так поехала. И точно такое же видео выйдет, понимаете? И потом думаю, зачем? Посплю-ка я лучше. И легла спать. А сегодня уже утро, новый день, новые заботы, новые хлопоты. Сейчас мы с Айданой собираемся в Мегу гулять. С утра я поставила уже стирку, постель перезаправили. У нас перетрубации идут, завтра же к нам гости приедут, и мы Айдусину комнату отдаем гостям. Все лучше гостям у нас, да? Так что вчерашний день я еще не смонтировала, а уже на пороге. Не на пороге, а уже настал следующий день. Будут съемки следующего дня. Но сегодня посмотрим, как... буду монтировать, как у меня будет настроение, либо подряд по очереди монтировать, либо сегодняшний день я смонтирую раньше. Так, стирка, значит, посуду вчера, много посуды мыла, еще не разобрала, у меня здесь много посуды. Я не лентяйка, я девушка на расслабоне. Куда мне спешить, зачем торопиться? Все потихоньку, потихоньку. Вчера, правда, у меня очень сильно болела поясница. Что-то такой день был. Целый день, получается. Не целый день. На базар с утра съездила. Потом эти вещи, как его... Не вещи. Пока весь закуп разобрала. Второй закуп пришел. Сойдусь и уборка. Ну, вы понимаете, да, когда муж дома и уборка. То накорми, то отнеси, принеси. Или я здесь кушаю, Айдана там сидит, а Пашка принеси то, принеси все. В общем, уборку, слава богу, мы сделали с Айданой вчера. Хоть ленились. Не то, что ленились, Айдуся не хотела. Ну, убраться надо было. Все убрали. А после уборки, сами знаете, да, пылесос помой. Ведра эти помой, все разложи, расставь, искупайся. Мужа на работу собери. И, в общем, у меня так поясница вчера что-то болела, так болела поясница, не знаю. Поэтому работать много нельзя. Нужно отдыхать больше. Вот мы и отдыхаем. Посуда со вчерашнего дня стоит. Так, про мясо хочу показать. Ну, опережая события, да, вы же не видели вчерашний день. Вчера покупала мясо. Показывала, как я его солю, как оставляю. И на следующий день я хочу показать это мясо. Вот оно, это мясо. Вчера вот засолила его, да? Вот смотрите. Вот здесь кровь, водичка, все это. Попозже, сейчас мне некогда, нам надо. У нас в 11 встреча в Меге. Когда они придут, ну, подружки, друзья. Не подружки, а одна подружка и наш племянник. Они втроем будут гулять. Я буду их выгуливать, троих. Вот, поэтому мы торопимся. Ничего страшного. Это все стоит пока на столе. Как приду, я его разложу по пакетам, уберу. И, наверное, косточку одну поставлю варить. Приехали в Мегу. Сейчас пока все соберутся. Айдуся еще хочет переодеться. Как раз переоденется.
да, балам? Ага. Я не помню. Я говорю, не помню. Что ты помнишь? Помню, когда я была маленькая, еще ходила вот так вот. Да. Почти каждый день. Каждый день ходили вот так вот, везде. Ходили только, чтобы на площадке поиграть. Да, ты сколько раз убегала, то на одной площадке. Только тут играла, смотришь, ты уже там. Только тут играла, смотришь, тебя нет. Ты уже в другом месте играешь. Да. И еще, когда мы с Сапашкой там ходили, с мамой, в остальном мы либо с дедушкой, либо с мамой ходили. Но иногда Апашка с нами. Любили просто походить там по магазинам, маме там надо было что-то сделать. И когда мы так ходили, пошопиться там, покушать в кафешках, мама говорила то, что это мой день. Айдана, скажи, почему мы сегодня гуляем здесь? Потому что у меня день рождения 19-го. А сегодня 18-е, мы так просто не празднуем, просто ходим. Так. Потому что завтра школа. Потому что завтра школа, а мы в школе не сможем праздновать. Ну, никто не сможет с тобой погулять, да? Поэтому да. Сегодня гуляете, а завтра день рождения. Угу. Кафетерий. Пойдем переодеваться. Ну, нашу Мегу мы уже, по-моему, несколько раз показывали. Он подъезжает, еще не приехал. Хорошо, сейчас сниму. Оттуда заходим сюда. Это туалет. Это для деток пониже раковины. Здесь повыше. И дальше вот такие кабинки. Есть такая комната матери и ребенка. Мягкое кресло. Есть еще одна вот такая комната, где кормят детей, ну, женщину. Она зашла в такую комнату. Вон туда. Там переодевается. Чё такие скучные?
так, чтобы потом развязать могли. Сейчас дети пришли смотреть афишу, посмотрим, что на сегодня будут показывать. Хотела накормить их полезным завтраком, типа блинчиков, что-то такое. Но они не хотят, они захотели KFC. Ясли сад, пошлите, Игорь. Сейчас, карточку сейчас взяла. Сейчас, бесплатно. Одна секунда. Ага, бесплатно же можно. Да. О, какая красота. А у меня ничего вода. Себе. Ничего себе замки какие. Да. А у меня вода. Колизей. Дана что-то там на автоматах выиграла, вот эти чеки, как они называются, и положила там, и они провалились в пас. В общем, нет у них выигрышей никаких. А на тарзанку Айдану не пустили, потому что у нее эта одежда не подходит для тарзанки. Надо штаны, чтобы внизу были. Санджик боится, говорит, ему нельзя, она такие, и не хочет садиться. Ну, это типа американский город, только детская, не такие резкие.
Дана. После зауреж возьмем карточку. Так, зауреж. Ага. Зауреж, покажи тикеты руками. Смотри сюда, Зауреж. Давай джекпот, Айдуся. Джекпот давай. Давай, Саня, давай. Давай, я верю в тебя. Ну зачем 10 раз? Один раз проводи. Ну начинай, наверное. Помогите просто сделать. Я не могу. Идите, проверьте, сколько у вас на карточке еще денег есть. Зашли купить попить магнум. Ну, как всегда, вся страна ждет Айдану. Кто в лес, кто под дрова побежали. Разбежали все детки. Вот эти трое взяли, а Айдана еще не пришла, не знаю, что она там себе взяла. Они готовы в кино. Целый пакет продуктов и напитков у них. Пакет тяжелый. Очень. Но я его не нашел. Ну, для этого мальчики у нас есть. Ага. Через 5 минут уже начнут запускать. Целый пакет. Айдусечка. Опять со своим слаймом. Зал какой? Белый зал. Какой белый номер? Скажите зала. Шестой. Шестой зал. Шестой зал. Пятый ряд. Thank you.
Айдусь, это шестой зал? Да, это шестой. Так, я не стала брать самый верхний, не стала брать самый нижний. Взяла средний ряд. 5, 6, 7 ваши места. Держите ваши билетики. Раз, два, три, четыре. Нет, вот здесь вот, смотрите, на подлокотниках. Места. 5, 6, 7 Туда. И вот это. И вот это наше место. Айдана. Санджик. Все, детей усадила. Вышла. Это для мусора, смотрите. Это кинотеатр в Меге. Здесь очень много залов. Так, кинозалов. Так, сейчас спрошу вас, сколько они выйдут. Буду ждать их здесь. Сейчас по делам схожу. Я купила шоколадку. Сейчас хочу эту встретить девушку, которая убирает со столов, которая нашла Айдусины сумки. Ну, отблагодарить ее, спасибо сказать. Не хочется через кого-то передавать. Вот здесь она убирала, здесь мы сидели. Может пойти спросить. Я даже не помню, как она выглядит. Она время от времени выходит в зал, убирает столы. Вот теперь надо подкараулить. Когда она выйдет, будет убирать со стола. Я вышла из Меги, детей усадила в кинотеатр на 1,5 часа. Я свободна. Вот перекресток. Если вот прямо передо мной смотреть, там находится Валберис. Если он сегодня работает, никогда я в воскресенье не ходила и не смотрела. Мне кажется, в воскресенье должно работать. Пойду, время убью. Как раз пока они в кино. Может быть, работает. Смотрите. Если работает, хорошо, заберу там, ну, товар, который пришел. Но не весь пришел. Ну, хотя бы часть заберем. Так. Вот он, ЖК, который я все время показываю со стороны Макатаева. А это я вам показываю со стороны Сейфуллина. Он находится прямо напротив Меги. И еще один ЖК строят вот по Сейфуллину, не доезжая Меги, только со стороны Сейфуллина. Ой, Меги. Но он, по-моему, маленький ЖК, там 3 или 4 дома всего. А этот большой, очень много зданий. На территории я видела. Видела. Все я видела. Ой, свежим воздухом подышать. Это невозможно с утра. Целый день, сколько? Не с утра, вру. С 10:30 мы до сих пор находимся там. В помещении не выходили. Вот я вышла. Прям свежий воздух. Очень классно. Ну ладно, встретимся еще. Так, вот он Валберис. Я вышла. Вот он пакет. Этот пакет я принесла с собой, конечно, естественно. Потому что они дают маленькие маечки
Бывает, что вообще пакеты не дают. Несешь это все в зубах, как говорится. А еще, пока я не забыла, сразу не отходя от кассы, хочу сказать, что я сдала коврик. Вчера с вечера я приготовила его, положила, ну, прямо на проходе в прихожей, чтобы я об него ходила, спотыкалась и при выходе не забыла. Потому что я знала, что мы будем в этом районе и что у меня будет свободное время сбегать сюда, если будет открыт. Конечно, мне повезло. Сегодня он был открыт, и что пришло, я забрала. Но, по-моему, три вещи еще не пришли. Так что ждем еще доставку. Так. Ой, сегодня, конечно, кино и немцы. Потом приду, расскажу. Или сейчас могу рассказать, как мы потеряли пакет Айдусин. В общем, мы потеряли подарки Айдуси, там были деньги, там был телефон, там были подарки, сережки ей подарили. Через час или через сколько мы только вспомнили о нем. Ну, естественно, его там не было. По камере говорят, недоступно это место, идите у охраны, спросите. Потом проходили, там девушка убирала со стола, я спросила у девушки, вы не находили? Она говорит, находила. Я отдала охране, охрана унесла этот... Там есть у них бюро забытых вещей. И почти, конечно, забрали все на месте, все есть. Поддувает немножко ветерок. Вон она, мега. Сейчас туда дойду и найду укромное место, буду там сидеть. Ну, а еще я сейчас, у меня есть время. Эта девушка, оказывается, убирает со столов не только KFC, а по всему фудкорту там. Поэтому сейчас я пойду туда, у меня есть еще час, наверное, времени. Буду смотреть глазами, кто убирает со стола. Если я ее увижу, то я вспомню. Ну, надо отблагодарить, вернее, небольшой презентик. Спасибо сказать ей за неиспорченное настроение. А то было бы неудобно. Дети подарили подарки, и они видят, что их подарок потерялся. Им тоже неприятно. Настолько же неприятно, насколько Айдусе неприятно. У Айдуси вообще шок. Глаза у них стали квадратные. Она говорит, а ты не забирала? Я говорю, нет, я не забирала. Она, когда я хотела сдать в камеру хранения вещи, она не дала эти пакеты сдать в камеру хранения. Ну, хотелось ей с подарками ходить. Вот. Походила, когда ей надоело, решила там подарить кому-то. Не получилось. Вернули нам подарки. Ой, как хорошо на улице. Обратно у нас и снег лежит, и в то же время слякоть, и в то же время немножко голодет. Есть. Все, я отключаюсь, как бы не навернуться здесь. Пока не в кино зашла, хочу здесь взять помидоры, черри есть. И смотрите, пророщенные бобы тоже есть. Больше черри нету. Черри, по-моему, только на веточке есть. И вот такие крупные помидоры. Сдала снова в камеру хранения. В камере хранения у нас сейчас очень много вещей уже лежит, хранится. Все, пошла я. Сяду поближе к кинотеатру и буду сторожить эту девушку, которая со стола убирает. А,
вот здесь подняться. Зашла в спортмастер. Здесь про носочки три пары. Три пары. Ну, почти 3000. 2990. Есть большие размеры даже. Шесть 490. Пума. Моя любимая фирма. 2990. Так. Здесь сколько? 5 пар. 3990. А знаете, зачем я смотрю носки? Наша красавица Айдуся всегда же что-то вытворит. Она переодевалась без меня. И сняла вообще носки, оказывается. Это она потом мне вот сейчас недавно сказала, что она сняла носки и без носков в ботинках натерла ноги. Я говорю, сейчас я тебе пойду схожу, куплю носки. Она говорит, я уже подложила салфетку. Уже не трет, говорит. Ну, сейчас они с кино выйдут, мы покушаем и домой поедем. А носки, вещи, она все сдала же в этот, в камеру хранения. Пока рубашка, пока рубашка. Примерочная открыта, а мы сейчас здесь это. Примерочная моя, а мы сейчас здесь. Все носки. Они придумали этот эскалатор. Здесь поднимаешься только до второго. До третьего сразу не можешь подняться. Чтобы дойти до следующего эскалатора, ты должен пройти одно крыло. То есть по пути есть вероятность, соблазна зайти в какой-нибудь отдел и прикупить что-нибудь. Маркетинговый ход. Марвин, здесь же я что-то хотела. Что-то здесь хотела, не помню, уже забыла. Думала, Марвин, встреча, надо зайти и купить что-то. Для Айдуси, по-моему, что-то я хотела. Центр вкусного плова здесь. У меня, если честно, уже ноги устали. Домой хочу. Выходной, все гуляют, выгуливают своих детей, выгуливают себя. Третий этаж полностью фуд-корт, полностью, на любой вкус можете сесть, покушать, перекусить. Дети не доели утром, но после фильма надо снова их покормить. Ну не знаю, они сейчас полный пакет набрали тоже всякой всячины. Посмотрим, какие выйдут они. Захотят ли есть. Я как настоящая бабуська. Со своим ковшом. Взяла вот на тахтаре. Села попить. Посмотрите на меня. Пока открывала.
облилась. Ладно, пусть думает, что я такая. А может, я и есть такая. Как дела? Это фильм или мультик был? Мультик. Ну как? Классно. Понравился? Круто. Это типа Библия. Понравилось. Да. Там, короче... Там три мыши были. И да. Третья. Нет, три. Это не мыши, это крысы. Крысы. Да, крысы. Короче, да. две крысы были. Поначалу они были какими-то музыкантами в каком-то кафе. Вообще бомжи были. Ну, бомжи. Они там песни пели какие-то. Потом и какой-то человек, по-моему, это Адам, и разговаривал с Богом. И он говорил, он устроит 40 дней воды, типа... Посмотрите, Сабина не только кроссовки потеряла, Сабина и багаж потеряла. Сабин багаж. Вот мы пришли, нагулялись. С тобой кто ходил, расскажи. Со мной ходил Санжар и Завреж, моя подруга. Здравствуйте. А, точно. Здравствуйте. Со мной ходила моя подруга Завреж, она одноклассница моя со школы. И мой брат Санжар, uh-huh. Двоюродный, вроде бы. Uh-huh. Да. И в честь того, что у меня завтра день рождения, в понедельник, там школа, никто не придет же. Вот поэтому мы не праздновали, просто 18-го. Погуляли, так. Uh-huh. Ну, хвастайся подарками. Так, Санжар мне подарил... как колечко и сережки. Очень красиво. Нежненькие сережки. Светится, да, коробочка? Да, здесь фонаричек. Так, дальше что у тебя? Так, потом он мне подарил вот это. Ну, шопер. Угу. Такой. Классный шопер. Здесь открывается застежка и закрывается. Ну, тоже так. Так. Это как шопер и сумка. Но можно шопер называть. Угу. Открываешь. На замочке. Да, на замочке. Отлично. Любишь ты шоперы как раз. Да. И это у тебя четвертый шопер будет. Да, это четвертый. Угу. Здесь у меня кармашек. И все остальное вот такое. Хорошо, отлично, мне нравится. Мне тоже на замочке еще. Угу. Так, вот. Следующее. Так, следующее вот он мне подарил, я делаю. Молодец. Нужная вещь в хозяйстве. Да, очень нужная. Когда там после душа выходишь, там надо не распускать, то есть. Угу, сушить, да? Да, сушить. Распущено. Хорошо. Они в глаза лезут. Вот, удобно. Потом Завреж, моя школьная подруга. Uh-huh. Да, вообще. Она мне подарила вот такой блокнот. Uh-huh. До этого у меня был похожий блокнот. Есть такой. Ну, есть uh-huh. такой. Только в голубом цвете. Uh-huh. И вот. Вот такой. Только розовым. Розовым. Классно. То же самое. Клеточку. В линеечку. Я думаю, в клеточку. Вот. Потом она подарила мне деньги. Uh-huh. Она сказала, я не знаю, что тебе подарить, поэтому я тебе подарю деньги. Uh-huh. А ты что дарила? Я ей дарила тоже деньги. Короче, вы друг другу долги возвращаете. Так, и она что-то еще дарила. Я не помню просто.
Сейчас вспомним. Съедобное, что ли? Нет. Я куда-то положила. Забыла. То же самое что-то. Ну все, вспомним. Сегодня день понравился тебе? Да, день понравился. Я у них спросила, они тоже сказали. Они уходить не хотели. Да. Просто их родители забрали, приехали. Я хотела этот... на тарзанке ходить вместе. Мы все хотели на тарзанку, но из-за меня никто не пошел. Да, потому что ты была в платье, да? Да, в кимоно. Ну ладно. Спасибо. До свидания. Я зашла в Мавлин, говорила же, пока дети были в кино. Взяла вот такие черри на веточке, красивенькие. Так, на 1140 тенге. Так, сколько они были? 2499 цена. Здесь у меня на 1140 тенге. Около полкилограмма получается, да? У нас же огурцы все уже испортились, уже все выкинули. Теперь нам нужна новая партия. Выбрасывать нечего. Я взяла два огурца на 396 тенге. Килограмм стоит тоже 1999. Здесь 198 грамм на 396 тенге. Два огурца. Сейчас какие-то огурцы пошли, сорт, да? Они даже неделю не выдерживают в холодильнике. Но я взяла, если завтра салатик какой-то, куда-то надо, в общем, использовать и стратить. Взяла одну свеколку по 199 за килограмм. Одна штучка вытянула на 68 тенге. Все, это весь магнум на сегодня. Ну, кроме того, что они съели, это я уже показывать не буду, конечно. Вот это то, что я домой купила. Давайте посмотрим Валберис. Купила 5 таких упаковок. Когда торопишься, всегда так. Такая ложечка, чтобы доставать, лопаточка, да? Это патчи. Золотые патчи. По-моему, 60 штук в одной упаковке. Я взяла вот одну нам с Айданой. И эти 4 пачки кому-нибудь, девочкам. Скоро 8 марта. А то вечно дома ничего нет. Раздарю все. И кто-то приходит или подарить что-то надо. У меня нет ничего. Так, вот так. Ой, я вам соврала, я еще в Магнуме купила краску для волос. Так, этот цвет у нас платиновый блондин. 01. Это не относится сюда. Я потом напишу, сколько. Она на скидке около 1900 с чем-то тенге распаковала. Очень хорошо упаковали. Вот такие спонжики. Они как велюровые, да? Набор. Все круглые, разноцветные и одна в такой, вот такой формы. У меня есть уже они, ну, старенькие. И Айдана у меня все время таскает. Вот я взяла, чтобы мы с ней поделились. Какая-то помада, я не знаю. Это Айдус сел в заказ. На основе какого-то масла. Я не вижу. Вот такие две штучки. Вот так правильно. Внутри кисточки вот такие. Я взяла вот такие самоклеящиеся крючки. Вот такие, да, они металлические. На раковину клеить. Чтобы губка у меня там в раковине не лежала. Вот эта металлическая мочалка, чтобы не валялась. Часто я вот оставляю в раковине. А это я приклею прямо на стенки раковины. И ничего не будет у меня валяться.
Вот так рядышком их два. Видите? Смотрите, какая широкая, очень-очень широкая фольга. 25 метров, 44 сантиметра ширина. Пришла моя одна кофточка. Это российский производитель. Футболка женская, 62 размера. Полоса в темно-синем. Очень даже хорошо подойдет мне этот размер. Вот такая она, да? Сейчас я покажу. Я, знаете, не могу показать подальше, потому что я уже все сломала. Я сломала свой штатив. В тот раз ручку сломала, вчера ножку сломала. Муж сказал, позже сделает. В общем, вот такая майка, типа тельняшки. Я надену, покажу ее вам. И наконец-то пришло то, что я заказывала. Вот он, тот самый коврик. Серенький и размер большой, как я хотела. Все, что я хотела вам показать. Вот наша вешалка. Вот она наша серенькая. Серенький коврик. Чуть-чуть он больше, видите, загибается. Но пусть будет больше, чем меньше. Это более-менее серый цвет сюда подходит, не голубой. Вот так. Будем радоваться мелочам. Mm-hmm.